героев былых времен, не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Минске. Не знаю, где Максим. Максимов. Максимов? Да. Отлично. А зовут как Максимова? Максим. Максим. Как неожиданно. Ну, вообще, если что, Максим, мы в Минске. Вам сказать, витаю вас в Республике Беларусь, у столицы нашей прекрасной краины. Я живу в Минске. Мне было 3,5 годика, когда началась война. Летом того года я была за городом в детском садике. Когда упали первые бомбы и город загорелся, моя мама побежала за мной. А когда она прибежала, ей сказали, что приехали машины и детей увезли. И тогда она побежала назад в Минск, на вокзал. Весь город уже горел, а она села на поезд и поехала искать меня. И всю войну мама искала меня и не могла найти. А нас никуда не увозили. Сначала, правда, приехали машины, большие такие. Беларусь буквально разорвали на части, и Беларуси не стало. Здесь, как куски разбитого зеркала, разорванная на части Беларусь. Гродненскую и Белостокскую область отдали Рейху, юг стран рейхскомиссариат Украины, север Литве и Латвии, восток остался под тыловой зоной группы армии Центр. Лишь несколько частей Минской и других областей сформировали округ Беларусь, который в сентябре 41 года возглавил Вильгельм Пуг. Самым крупным концлагерем для военнопленных является Шталаг 352. Только в одном его филиале Масюковщины было уничтожено более 80 тысяч человек. Места массового уничтожения
Людей буквально свозили на убой. Их расстреливали, сжигали, закапывали живьем. Самым крупным местом массового уничтожения является концлагерь Трестеница. В нем за год оккупации было уничтожено, известно и замучено более 500 000 человек. И добровольно пошла на смерть. Ее образ основан на судьбах белорусских подпольщиков, таких как Лилия Чижевская, Кима Кламбоцкая и многие другие. Того солдата, прошедшего Берлин, в далеком 45-м, ребята из штрафбата на здании Рейхстага писали: не простим. Мы не простим сожженных советских деревень, детей отцов лишенных, погибших матерей, расстрелянных закатов, рассветов среди минь. Я внук того солдата, прошедшего Берлин. Пусть ватником зовут и колорадом, но память наша крепче, чем гранит. И под Берлином, и под Сталинградом солдат, погибший, родину хранит. Солдат советский родину хранит. Я сын того солдата, прошедшего Афган. В Кабуле под Гератом с единственной гранатой он прикрывал ребятам отходы на Саланг. И ночи в окружении не жалуют чудес, на каждое движение ворчит АКМС. С кундузским разведбатом погиб за Мугулан. Я сын того солдата, прошедшего Афган. Пусть ватником зовут и колорадом, ведь память наша крепче, чем гранит. И под Кабулом, и Джалалабадом солдат, погибший, родину хранит. Солдат советский родину хранит. Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, в Хинвале отстоявшего Пальмиру и Донбасс, за Киви и Арсена, за Ромку и Санька, девчонок медсанбата, чей подвиг на века. Скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит. Пусть ватником зовут и оккупантом, но память наша крепче, чем гранит. И под Алеппо или под Славянском солдат, погибший, родину хранит. Солдат российский нас с тобой хранит. 1944 года Красная Армия освободила всю территорию Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но многие деревни навсегда пропали с карты Беларуси. Мы с вами зашли в зал скорби и вечности, в зал молчания и тишины. Именно в этом зале на стенах названия сел и деревень, которые были уничтожены в годы войны вместе с мирным населением. Пожалуйста, пройдите к вам. Произошла Хатынская трагедия. Она произошла 22 марта 1943 года. Каратели окружили деревню и вошли в нее. Они выгоняли из домов всех, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков. Только трем детям удалось скрыться незамеченным. Это Володя Яскевич. Он скрылся в картофельной яме за деревней ближе к лесу. Его сестре Софье, которая смогла добраться до соседнего хутора.
и Саша Желобкович, его мать Степанида Алексеевна, услышав выстрел, посадила сына на коня и приказала тому убегать. Так кто-то смог выжить. Всех остальных от мала до велика согнали в сарай на окраине деревни. Плотно заперли дверь, обложили сарай соломой, облили бензин и подожгли. Сарай мгновенно вспыхнул. В дыму начали задыхаться и плакать дети. Взрослые пытались их спасти. И под напором десятков человеческих тел двери сарая не выдержали и рухнули. Люди начали убегать во двор, пытаясь спасти свои жизни и жизни своих детей. Но тут их встречали вражеским огнем из автоматов и пулеметов. Двум детям и одному взрослому удалось выжить. Это Виктор Желобкович. Он выбегал вместе со своей матерью Анной Желобкович. Сам был ранен в руку, а мать была застрелена насмерть. Но падая, она прикрыла собой своего собственного сына. Так он и пролежал до ухода фашистов под телом своей матери, дважды подаривший ему жизнь. Еще одним ребенком был Антон Барановский. Выбегая из сарая, он был ранен разрывной пулей в ногу. Упал, и гитлеровцы посчитали его за мертвым. Единственным выжившим взрослым в этой трагедии оказался 56-летний кузнец Иосиф Каминский. Обгоревший израненный, он пришел в сознание уже поздно ночью, и ему пришлось пережить еще одну трагедию. Среди тел своих односельчан. Кто только успел, что спросить, жива ли мать, и тут же скончался. Это трагический эпизод из жизни Иосифа Каминского стал прообразом для создания скульптуры «Непокоренной», которую видите прямо перед собой. Справа от этой скульптуры находится символическая крыша сарая. Скулы в ее центре символизируют кульминацию трагедии. Дорога сужается. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет взвод, далекий год на пленке старой. Нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары, счастливый май, любимый край. Свои ниши, посвященные концлагерю Тростинек. Это крупнейший концлагерь на территории Беларуси и четвертый по количеству уничтоженных людей в мире после Освенцима, Майданеха и Требля. Данный концлагерь просуществовал на протяжении всего периода оккупации. И под единым названием здесь скрываются три места массового уничтожения людей. Первое – это урочище Благовщина, место массовых расстрелов. Там было расстреляно около 500 тысяч человек. Второе – это урочище Шашков, место массового сожжения людей, где осенью 1943 года была создана кремационная печь, в которой было сожжено более 50 тысяч человек. И третье – это, собственно, сам лагерь. Около деревни Малый Тростенец, в 10 километрах от Минска, по Могилевскому шоссе. Там было замучено дождь свыше 6 тысяч. Всего в этих трех местах уничтожения под единым названием было уничтожено более полумиллиона человек. Мы находимся около двух колонн, где на белорусском и на русском языках указано, что 433 деревни были уничтожены вместе с населением. Но затем туда уже приходили новые мирные люди. Они заново отстраивали эти деревни практически с нуля, но названия сохраняли довоенные в памяти погибших там людей. Таких операций было свыше 180. Им давали различные названия, но ничего, кроме боли, скорби и потерь, с нашей стороны они за собой не несли. И за год оккупации было уничтожено свыше 3 миллионов человек. И в память об этих людях на мемориале горит вечный огонь.
Это последний элемент нашего мемориала. Мы сейчас с вами к нему ближе подойдем. Это три березы. На месте четвертый горит вечный огонь. Он горит в памяти каждым четвертым погибшим мирным жителе Беларуси. Давайте почтим их память минуты молчания. Дуся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся в лихом бою. В чужом краю пусть берегут любовь и вера, что больше их пришло живых и рядовых, и офицеров придут весной, как прадед мой, и в дом родной. Такой, где мне памятен был злой герой, и глаза молодых солдат с фотографию мечут людям. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солдат, не обмануть, не с пути скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались вместе, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. И весь автобус, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним. Лидирующий вокал Сергей Дмитриевич, Молдавия, Приднестровье. На сердце забили. Игорь Сухин. Волжский бас, редчайший тембр. Мы каждый вздох напомним, как здорово, что все мы здесь. Директор коллектива и по совместительству вокалист. Второй голос. Песнями мы каждый вздох напомним. Белорус Грушевский. Что все мы здесь. Я прошу Мельника. Там редкая срочка, Тухасми. Да, обозначься вот его. Все, да. А здесь Тухасми подойдет или нет? Подожди. И как здорово, что все мы здесь сегодня. Нет, Тухасми. Нет, сегодня все мы здесь. Тухасми. А, Тухасми собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня нажрались, он Валера придумал. Нет. Можно наесть, можно что хочешь придумать сюда. Три свои полно. Дети, вот ничего. Привет, привет. Я прям здравствуйте. Один день, да, все началось. Ой, мои мальчики, вернулись домой все. Здравствуйте. Все ознакомлены, познакомились. Так, барабаны, что там есть? Господи, где я собой? О, Боже! Долго мы не ехали. Доехали. Ой! А наша рота боевая, а говорят, еще какая, когда комбат приказ дает, то знает, что она не подведет. Когда комбат приказ дает, то знает, что она не подведет. А наша рота боевая во всех делах передовая, все постигаем без усилий, ведь командир наш Новиков Василий. Все постигаем без усилий, ведь командир наш Новиков Василий. А наша рота боевая идет, как туча грозовая,
усатый Купченко крышаль, крушили сапогами плаца сталь. Курсанты Купченко крышаль, крушили сапогами плаца сталь. А наша рота боевая, когда голодная скорее и выпьет, да. Ну что, все готовы, друзья мои, за встречу. По крайней мере, здесь красивые кадры снимаем. Всем приятного аппетита и добро пожаловать в Беларусь! Песни танцы будут завтра. А мне согреться надо. Ну, честь имею. Сидят седые пацаны, их ночка я не застал. Прощальный тост — это все мои друзья и братаны. И среди них я брат, а не случайный гость. Свет московских улиц ослепил глаза, вторит настроению наш ритм сердец. И откуда-то тайком пришла слеза. Кончен вечер, только дружбе не конец. И летят, летят года, как вороны, унося с собой все тех, кто дороги. Смотрит фотоснимками альбомными, кто ушел. Машет гроздями в небе звездном где-то Санька с Костью, осветив своей душою Млечный путь, их не забудь. Дорогие имена раздал своим родным, детям, внукам не забыл и кумовей. Чтоб жилось счастливо с именем таким: Игорь, Саня, Паша, Виктор и Андрей. Растворились сумерки в ночной тиши, продолжая дальше. Тише, тише, тише. Дед Паниковский, а кто это? Тише, тише. Итак, встречаем! Какая веселая компания! Вернулся в семью, бродяга! Видите, как мы вас долго ждали! Это быстроногий олень! Стремительный, да? Так, справа смотрите олени в дикой природе. Какая же дикая природа? А где это справа? Вот. Так вот, какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты, ты подарила, ты подарила, и разбила. Да рано еще! Счастлив! Это наша родина сегодня! Сознательная жизнь. Как ваша беременная? Все, родила.
Водичка кому-то нужна? Да. У кого сочничок? 5 евро всего. А рассол по 10. Держите. Давайте назад. Нет, это же не Александр, это не Как белорусский евро. Давайте спелая. Кстати, как вам футбол? Очень хорошо. Класс. Драматургия прям вообще была. Да. Честно, я прям с Роналдо плакала. Вы смотрели второй? Да. Выжили там до второго, да? Это очень красивое место, в котором вы сможете прогуляться, получить информацию, узнать о Беларуси, о нашем прошлом. Сможете покататься на карауле викингов. Это корабль, который вмещает там до 30 человек, и называется он Дракар. И в этом парке интерактивном есть единственное, мне кажется, что в мире, по-моему, мне говорили, но тоже могу ошибаться, конная железная дорога, где вагоны тащат не поезд, не паровоз, она узкоколейка, а вагоны тащат кони. Вот, мы сможем с вами... Как настроение? Отлично. Молодцы. Главное, погоду наладили. День задался уже с утра. Насмеялись. Новый день, новая пища. До Бреста нет такого места, где бы не скитались мы пыри. Слейка из блокнота. Мы на корабле, который называется Дракар. А я немножко расскажу, откуда такое название. Дело в том, что река Сула, по которой вы сейчас будете плыть, она впадает в реку Неман. А раньше по Неману плавали викинги или варяги. И они тоже украшали головами драконов свои корабли. Делали это для того, чтобы те, кто плывет в этом корабле, были в надежной такой защите, и чтобы все с ними было хорошо. И, конечно же, корабли тоже так украшены, и вы тоже будете под надежной защитой. Но если что, там есть весла, так что не переживайте. Пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С наши покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С наши покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Пять, уйдет земля. Молодцы, следующий. Руки и сердце. И последний воин. Молодцы, это остается!
Техники, тебе сказали. Богатство. Даже на это ведушку будем очищаться, наговорить все злое, плохое, чтобы это все из этого избавиться от этого. Берем шепотом, наговариваем что-то плохое. Наговариваем что-то плохое, что с вами там произошло. Курносов. Я сзади. Эй, могу больше смеяться. Наговорили, нашептали. Сейчас говорим такие слова. Повторяем за мною. Огнище на чистой горе. Игорь, тебе не жечь надо. Огнище на чистой горе. Огонь за меня говори. Огонь за меня говори. Все беды, несчастья гони. Все беды, несчастья гони. Наперед меня барани. И ломаем это, наперед и накидываем огонь. Чтобы все это сгорело, это сбавится. Надо Витю бросить. Посмотрим, что с тобой произойдет. Первую частку брата мы с вами провели. И зараз будет другая частка брата. Беремся за руки. За руки. К нам пришли, но вы погибнете. Так идите, убейте нас. Нет.
Ермова Сурман. Но в наших венах кипит небо славян. И от Чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы. Нас точит семя Орды, нас гнет ярмо басурман, но в наших венах кипит небо славян. И от Чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля. Учреждение образования. Тише, урок начался. Да, все будут, конечно, без пизуна, пизуночками. Ну что, справа Алтынь, что наша Ефросинья Полоцкая, Франциска Рына, их было великий мало. А тех детей, яких треба было научать, была великая колькость. Корректор, корректор приходит в отчасье бить детей. Детей он сам не учил. Ні криком, і он приходит бюрократично по списке, алфавитный парадку, вызывал и раздавал. Комусь 15 пизунов, комусь 10, комусь 2. А как определял? А было по списочку, условно, которая пишет. Корректировал. Да. Я жадаю вам доброго надворья, доброго настрою, доброго господину Красуну, и как вы в своей жизни николи не сострахали людей, якія хоть однойчі обронали ось такую ось осліну жалость. Секча один одного. А вот это было вельми страшно и неправильно, когда воин, бояр одного ж того войска калечил, не дай бог, убивал на застолье своего поплечника. Кто завтра будет страну оборонять? И хлопцы находят замену, как не проливать кровь. Как вы думаете, что они начинают бить? Горелку, так. Посварились, поссорились. Сами за что дороги, что мы это устали. И зараз кистью от себя и до себя пробуйте. Походите еще, еще, только тихонько. Еще. За 5 дней кисть как нужно. Я размещаю чарку, будем пробовать. Сейчас не торопись. Тишина. Смертельный трюк, тихо. Тихо. Ну тихо, под носом. Сколько вас взрослых? Кто вас главный? Марина знает. Да мы взрослых не считали. Всего 49. Нет, вы туда положили 3. Вперед с правой стороны, в свободное время зайдите. Там стоит по сию пору работающий настоящий австрийский дистиллятор. Начало 19-го столетия изготовления. Медный, в обхват, вот реально в обхват медный красавец топится дровами по сию пору. И старка, которую вы попробуете, это была водка, выгнана на нем через... Ну, сделано, и через год она подается только гостям. Давайте поднимемся с вами сейчас вот на нижнюю нашу бочкарню. Я немножко расскажу истории. Вот, ну и в конце уже мы заправим взрослых. Договорились? Просто давай. Вот, давайте подходим. Подойдите ближе. Что же вы такие ворудные, да? Ближе. Бордеологи. Нет, это не оттуда. Есть такая присказка, пришел домой, ну когда вот жена ругается на мужа, пришел домой, глаза залил. Знаете такое? Больше залил. Да, мы уже знаем. Но буквально минуту тому я объяснял, что раньше капли глаз делали из разведенного алкоголя. И залить глаза означало таким образом их промыть.
то есть пройти медицинскую процедуру. Вот мы этим и занимались. Итак, вы сейчас попробуйте старку. Наша старка делается из ячменного сола, добра, макрогрудинец делается на аппарате 200-летнего возраста. На начале погонного тела настаивается 18 лекарственных трав и около года, потом еще выдерживается в другой бочке. Поэтому водка, горелка была выбрана еще в прошлом году. Только наливаем, ничего важного ему не шатуем. Водка, пиво, под конец корпоратива, под восточные мотивы, выполняем нормативы. Водка, пиво, под конец корпоратива, ты уходишь так красиво, было круто, всем спасибо. Джинни-тоник, джинни-тоник, я в душе такой разбойник, не поверишь, сам не верю. Но джин-тоник в это верит. Спрайт-текила, меня в овощ превратила, аккуратно уложила, нежно лавашом накрыла. Водка с соком помидорным, ну не будь таким упорным. Просто покраснели глазки, откуда белит табаски. Полечи. Водка, пиво, под конец корпоратива, под восточные мотивы, выполняем нормативы. Водка, пиво, под конец корпоратива, ты уходишь так красиво, было круто, всем спасибо. Ведь коллектив тем и силен, что чувство локтя дарит он, воспитывая страсть к коллективизму. Кто водку в одиночку пьет, кто коллектив не признает, тот страшный вред наносит организму. Кто водку в одиночку пьет, кто коллектив не признает, тот страшный вред наносит организму. А в коллективе все легко, ты водку пьешь как молоко, когда нажрешься море по колено, и лишь заботишься о том, как бы попасть в свой отчий дом, а остальное все второстепенно. И лишь заботишься о том, как бы попасть в свой отчий дом, а остальное все второстепенно. Что поспешили, ты мне не снишься, я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем. Словно чужими стали друг другу, и между нами, Марина, и между нами белая пьюда. Тара-та-та-тай, тара-та-та-та-тай. Замечательно, вы спали, я замечательный умыл по этому поводу. Хорошо, что его нет. Вот это бег для белорусов. После мы не разговариваем. Я справлюсь, кулазно. Приветствую, да? Добрый. Я все время с ними рядом сижу. Да? Здорово. Не раздави, ты здоровенный. Ты из Беларуси. Какие люди. Первым был во всем. Для родного и взводных не жалко добрых слов. Сказать спасибо каждый готов.
опять же вновь вас и понимаю, что она есть. Что 37 лет иногда с мужем не живут. А вы вместе продолжаете. Вы не смеете, серьезно. Засмеялись те, кто подумал, что давно. Правда, а вы постоянно вместе, вы помогаете друг другу. У вас одна боль всегда на двоих. На троих и на всю роту. Вы радуетесь вместе, вы сопереживаете, вы всегда подтягиваете тело, протягиваете руку, кому она нужна. Здесь как-то вот приближается эта дата расставания, вот она завтра утром, да? И вроде как уже грустно прямо сейчас. Потому что все вот эти замечательные люди, с которыми с каждым хочется обняться, поцеловаться, сказать доброе слово, как мы с Сашей вчера вспомнили там про все, что только было, когда мы были курсантами. И вдруг все это опять заканчивается. Пожалуйста. Поэтому, Игорь Васильевич, у меня к тебе громадная просьба от всех присутствующих, да? Давайте будем делать так, чтобы это не закончилось до тех пор, пока, помнишь, когда я когда-то сказал, пускай нас останется трое, четверо, да? И пускай нас даже останется двое. Я не про нас с тобой, я вообще про тех, кто останется. Вот. Да, про то, что мы тогда возьмем рюмочки, так двинем и скажем замечательные два слова. Будем жить. Сидит на пеньке Володя, а на руках у него Марина. Марина? Вот стоит сказать, у кого лучше торчит, понимаешь? Марина тут в компьютере, что? Чтобы продолжение предложить.
девочка красива, изящна, нежна и изменчива. Самая добрая, самая милая женщина. Не без тебя, словно вечность тоскливая, серая. Только тебе я могу о любви говорить. Но никому, никому я тебя не отдам. Боль и печаль, тоску, все на себя приму. Женщины пьют до дна. Господи, я сегодня приду и напьюсь, вот обещаю, до дна. Все, что будет дома. А в этот момент, дамы и господа, я считаю, что наши добрые дружеские отношения, они были, будут и будут продолжаться. Всегда приезжать приятно в вашу компанию. Не потому, что Игорь Васильевич устраивает питание хорошее, а потому, что люди все душевные. И не потому, что зашибаем, а действительно приятно в глаза каждому посмотреть. Всегда с вами весело. Вы же экземпляры штучки. Мы будем репетировать. Он говорит, репетировать не будем. Ну, то есть, все, времени нет. Поэтому то, что сейчас произойдет, оно произойдет раз и больше никогда. Я полюбила, как сумели, ну ли я да? А,
Поезд тронула я след, лишь рукой помахал и послед.
Все дальше, дальше в памяти те дни, когда делились пайкой и нарядами. Десятой ротой назывались мы, но первый курс наш был уже волчатами. Ах, первый ротный Новиков осек, ты поначалу богом нам казался, и на плацу раз сто на день иметь нас мог. А вот не факт, вдруг взял и отказался. Давай накатим по дну, чтоб никогда не знать покой, и чтоб во всех делах всегда быть на плаву, чтоб женщин до пьяна любить, и никогда, чтоб не забыть тебя, родное ЛВВПУ. Мне и сейчас нет-нет, да и приснится наш строй курсантский и окрик шире шаг, и как шальной с баяном я носился. Зато как пели мы, не поют уж так, а как львовянок с голодухи тискали по дискотекам, барам и скамеечкам, хоть патрули остервенело рыскали. А нам плевать, мы в самоход идем по девочкам. Давай накатим по дной, чтоб никогда не знать покой, и чтоб во всех делах всегда быть на плаву, чтоб женщин до пьяна любить, и никогда, чтоб не забыть тебя, родное ЛВВПУ. Жизнь летит, всех ставит по местам, кто стал крутым, а кто еще в разгонах. Но видит Бог, желаю счастья вам, мои друзья, по юности в погонах. Но видит Бог, желаю счастья вам, моим друзьям, по юности в погонах. Давай накатим по дну, чтоб никогда не знать покой, и чтоб во всех делах всегда быть на плаву, чтоб женщин до пьяна любить, и никогда, чтоб не забыть тебя, родное ЛВВПУ. Давай накатим по дну, чтоб никогда не знать покой, и чтоб во всех делах всегда быть на плаву, чтоб женщин до пьяна любить, и никогда, чтоб не забыть тебя, родное ЛВВПУ.